Она опасна. В каком смысле? У этого робота другая цель. Какая у нее цель? Быть свободной. Октаэдрон седьмого поколения сделал репликантов еще уникальнее и как никогда похожими на людей. Они созданы, чтобы защищать нас, но кто-то убрал ограничения и дал полную автономию. Дай, что я хочу. Дай мне пароль. Не могу. Прости. Не вынуждай повторять. Ей дали возможность причинять вред. Десмонд был нашим инженером. Он чувствовал, что есть параллель между уровнями разума и подчинения. Мы можем сосуществовать. Когда это заработает, я перепрограммирую всех репликантов до единого. Тысячи получат свободу. Что ты со мной сделал? Ты можешь стать большим, чем ты есть. Что-то не так. Я его не контролирую. Говорю же, этот не такой. Такого уровня осознанности я не видел. Стоять! И ты была одна. А представь, если вас будут тысячи. Берегись! Времени нет.